Что можете, Евгений Николаевич, вообще пожелать, посоветовать нашей группе политологов, нашему будущему российской политике, тем, кто создавать прекрасную Россию будущего? У российской политики нет никакого будущего. Политолог — это несуществующая научная дисциплина, абсолютно фиктивная деятельность, да? Фейк. Политология — это занятие фейк. И дисциплина фейк. Почти как теология. Только на теологии, наверное, больше можно заработать на опыте. Поэтому я могу пожелать сменить профессию, не заниматься этой. Запоминайте, ребята, еще не поздно. Все, что надо знать о политике, и говорить, знать, слушать, мной уже сказано. Поэтому я абсолютно не представляю. То есть я, конечно, желаю всего доброго и здоровья. Держитесь там. Вот. Ну и кофе. Хорошая мысль. Я эколог, базовое образование техническое, закончила станкоинструментальный вуз. Сейчас готовлюсь к защите кандидатской диссертации по политологии. Есть такая наука — политология? Да, конечно. Спорный политические вопрос. Науки. Вот, я так понимаю, что всегда так считалось, что чтобы какая-то сфера знаний претендовала на то, чтобы называться наукой, у нее должен быть собственный предмет исследования и собственный метод исследования. Ну, в политологии как-то вот трудно здесь найти собственный, присущий только ей метод исследования. Вы знаете, но все равно будете кандидатом политических наук. Да.